Ладно, короче, все, сходим с ума вместе. Давай, усаживайся там поудобнее. Усаживайся поудобнее, дружище. Там, заваривай чаек, накладывай котлетосики, не знаю, делай вообще, что хочешь. Там, себе ни в чем не отказывай, можешь просто подбежать к своему холодильнику и просто взять наглым, бесчеловечным образом, открыть его. И ни в чем себе не отказываюсь. Не суть, у нас сегодня наконец-то выходит выпуск про пельмени. Если ты ждал, то, пожалуйста, поддержи все это дело лайком. И я расскажу сегодня много интересных вещей, которые, возможно, многим из вас не понравятся. Ну а что уж тут поделаешь. И, возможно, растяну все это дело на 20 минут. Ну, будет у нас не только балабольство. Мы, конечно, сейчас пройдемся по акциям. Вот у нас тут добыча пирата невероятнейшая. Сейчас там получим невероятнейший приз, о котором мы мечтали. Да, но вообще не самые, наверное, лучшие новости сегодня вы услышите, но вы их услышите. Вы их услышите, друзья. Вы их услышите. Где Феникс? Где сучка Феникс? Где Феникс? Он же у меня где-то был. Вот он. Вот он, качаем ему просвет. Вот, смотри. Дальше, какая у нас ситуация? Во-первых, ну давай откроем ништяки, если они, конечно, есть. Если они есть. Ты там пока, вот я сейчас пока туплю, тяну время. Ну, я не тяну время, на самом деле, тут надо пройтись, да. Может, глянуть, какие там бесплатные акции, еще какую-нибудь залупу. Но ты-то лайк-то поставь, братух. Там, не забывай. Кстати, как будет братух? А, ну сестричка, можно сказать, сестричка. Да, вот эти вот миссии добавили, как бы, ну, мягко скажем, не особо их хочется делать, что-то меня не заинтриговали разработчики, такие, пройди, блин, да, сейчас, блин, это, нормальных ресурсов мне дай, чтобы я вообще туда взял, пошел, вот, получите 100 тысяч золота в рейдах, и что я получу, пропуск, монстр пропуск, ну, это чисто, знаешь, для себя такой, о, выполню-ка я все квесты, да, и тогда, как бы, и тогда нормально, о, божечки, что я получил, да? Ну, как бы это все очень странно сделано. И причем я вам скажу, как бы, елки-палки, могли бы это, ну, что-то там поинтереснее поставить. Ну, реально, как бы, потому что даже на основном аккаунте там такие же ушлепские награды, может, конечно, там на какой-то там другой день это будет лучше. Ну, сейчас вообще, короче, полная хрень. Ладно, давайте расскажу сразу. У нас первая новость, это касаемо голодных игр в гильдии Дурка. Потому что надо уже что-то решать, надо уже что-то делать. Я не говорю, что мы идем под конец, но тем не менее. Короче, ребят, у нас объявляются голодные игры в Дурке. Набор полностью закрыт. И я вам кое-что сейчас озвучу. Ну, вот. Что значит голодные игры? Это будет длиться 2 недели, может быть меньше, посмотрим. На голодных играх это означает, что как бы с каждым днем в гильдии будет оставаться все меньше и меньше людей. Вот, и останутся, соответственно, самые активные, там, победители, получат приз они, неизвестно какой, ну, скорее всего, никакой. Какой приз, ребят, вы шо, какие призы, никакие призы, это чисто игра на интерес, да, то есть, ну, гильдию мы сейчас там никуда не ведем, наши варианты там попасть в топ, они как бы такие, времени у меня заниматься нету, у ребят особо гильдии тоже времени заниматься нету, плюс, как бы это не было грустно, но надо признать тот факт, что если, грубо говоря, гильдия, как бы вам объяснить, она бездонатная, да, вот мы же там собирали игроков чисто без доната, то на Нарсе ты просто сосешь хер. То есть, ну, без доната, как бы, ты нихера не можешь сделать. Потому что всегда найдется чувак, который, казалось бы, тоже играет без доната, но где-то задонатил там 200 рублей когда-то, получил зефирик и все. И, как бы, ты со своей бездонатной гильдией в Нарсе вообще нихера сделать не можешь. И это факт.
Да, конечно, многие из вас там могут написать в комментариях: «Эй, слушай, ты там, у меня гильдия, там почти все игроки без доната играют». Нет, ребят, я имею в виду, когда реально по нулям, вот как вот здесь заходишь, да? Или куда заходишь, сука, запарило мне этот, короче, мошенники названиваются, смс-ки пишут, потом как-нибудь расскажу, потом, может, выложу видосы. Где это было смотреть? Ёб твоё! Я! Вот такой вот у нас выпуск неадекватный. Вот, вот, вот когда все игроки вот такие вот в гильдии, да, когда никто там ни по 100, ни по 200 рублей не донатил, вот, то, как бы, да, ты отсасываешь, короче, на... в нарсе. Ну, как бы, это один из приколов, да. Битва гильдии, как бы, это херня, то есть ее там пройти можно, все хорошо. Вот, смотри, вот битва гильдии, да, вчера была. Говорю, сейчас у нас в гильдии останется... О, я 31-й, но у меня сила самая маленькая. Посмотри, сколько людей не прошло. Ну, то есть, они все идут на кик, я не знаю, их кикнули или нет. Короче, голодные игры. Смотри, минималка на битве гильдии, 200 надо набивать. Если набил меньше, похер, что там, как там, что у тебя случилось, хоть метеорит, хоть, я не знаю, Путин тебе в гости пришел вместе с Лукашенко сбрить усы на жопе Матвиенко, неважно, короче, абсолютно плевать. Причины 2200, это минималка, если... Если набил меньше, пошел нахер из гильдии. Ну, не знаю, ну, конечно, на пельмени это не будет распространяться, потому что, как бы, ну, это пельмень, чуваки, да? По поводу пельменя и его судьбы мы поговорим чуть позже. Дальше, за любой косяк кик. Просто любой косяк, я не знаю. Ты у себя дома пошел, это об косяк квартиры стукнулся, все, кик. А, пропуск дня кик. Ну, то есть, когда ты, к примеру, не заходил в игру. Ну, смотри, сейчас зайду, я тебе покажу, что это такое. Может, это есть участники, да, смотри, видите, здесь, здесь, грубо говоря, пишется, да, ну, 4 дня чувак отсутствовал. Все, то есть, ну, как бы, за это, да, за это он все, он идет нахер с гильдии. Мы, короче, угораем, мы делаем голодные игры. То есть, вот, 38 человек у нас в гильдии осталось. Вот, о, смотри, тоже, до свидания, сразу, это вот так вот работает. Пропуск дня одного, не зашел один день в игру. Все, кик, дальше. Пропуск БГ без предупреждения, ну, соответственно, тоже кик. И если даже предупредить, что ты пропустишь битву гильдии, тоже кик. А вот, нету никаких, скажем так, причин оправдания, да, там, случаев оправдания, причин, чтобы не пройти битву гильдии в дурке-то, ёпта, ты чё, охерел? А, так, еще. Тут у нас, ну и все, и, грубо говоря, через 2 недели останутся только победители, а там уже дальше будем смотреть по ситуации. Может быть, гильдия станет донатной, может быть, ребята, кто играет в гильдии, они, грубо говоря, останутся дальше играть, зайдут и другие какие-то игроки, которые когда-то давно были кикнуты. Может быть, ну, типа, по-любому разрешим донат. Может быть, гильдия будет распущена, может быть, гильдия объединится с другой гильдией, да, какие-то активные отсюда игроки. То есть, ну, вариантов до хрена, ну, как бы вот пока что такая идея, потому что, ну, плести свое существование нету смысла. Вы сами видите, что у меня происходит на канале, то есть, как бы пельмень отошел на второй план, вообще битва замков, да, вся ушла, как бы времени ни хера нету, тем более там этой гильдии заниматься, ну, какой толк, я не могу, все, у меня, как бы, даже не то, что времени, у меня, как бы вам объяснить, ну, меня морально на это не хватает, то есть, ну, ребят, я столько лет в игре, столько прохавал с этими гильдиями, уже все, не могу, то есть, любой косяк, кик из гильдии, голодные игры, все, игроки больше в нее не принимаются, с каждым днем здесь будет все меньше и меньше игроков. Идем дальше, по поводу пельменя, тоже есть очевидная проблема, и она заключается в том, что как бы, я, конечно, могу говорить, да, времени нету туда-сюда, но по факту времени нету, да, мне хочется, к примеру, поиграть, постримить GTA 5, но, опять же, чтобы ее там постримить, чтобы было интересно, я должен там развиваться, то есть я должен играть там и, грубо говоря, в какое-то другое время, не только на стримах, да, должен заниматься какими-то вещами, и от этого времени стало меньше, а потом, как бы, и другие вещи, да, не будем забывать про семью, как, про какие-то свои, да, грубо говоря, занятия, дела, вот, и все, и как бы я уже не нахожу времени на битву замков, тем более на 2 аккаунта. Получилась ситуация такая, что, грубо говоря,
Ну, я распыляюсь. Я распыляюсь туда, я распыляюсь сюда, и в конечном итоге у меня ни основной аккаунт не прокачивается, ни пельмень не прокачивается. Я понимаю, что вам интересно смотреть, и пельмени очень хорошо выручают, когда тебе, ну, нету видосов, да, что-то выложится, на пельмень всегда заходишь, такой, о, блядь, зайду сейчас, блядь, возьму там, ну, прокачаю, не знаю, кого-нибудь там, не знаю, вот, сделаю эволюцию, да, этому ворожею, бац, все, эволюцию ворожею сделал, все, красава, видео зашло, все, всем понравилось, все, грубо говоря, молодцы, да, но нет, понимаете, как бы эта рубрика овчинки, то есть эта рубрика нихера не стоит, лишь по той причине, что, грубо говоря, раньше-то как, яйцо было, да, я его, а, нет, тунец был, я задротил с тунцом, ну, старался как мог, да, не на 100%, не в полную силу, но задротил. Я задротил, пытался так же самое и с яйцом, тоже там еще меньше сил на него тратил, но как-то задротил, понимаете, весь прикол этой рубрики, да, там с нуля, аккаунт без доната заключается в том, что ты должен задротить, ты должен тратить время, и когда, грубо говоря, тебе надо вот эту вот херню выполнять, если ты ее не будешь выполнять, у тебя не будет ресурсов, у тебя не будет развиваться аккаунт, но это до хера времени, и из-за того, что у меня эти два аккаунта, я морально падаю, и, грубо говоря, у меня не основной аккаунт не развивается, я там не делаю эти миссии, у меня не этот аккаунт не развивается, понимаете? И, конечно же, если бы сейчас был где-то год-два назад, я бы нашел бы время для двух этих аккаунтов, да, то есть, ну, все состоит в желании. Если у меня не получается найти времени на эти два аккаунта, значит, как бы, на самом деле, мне не особо и хочется. Потому я хочу сделать все-таки так, чтобы я мог сконцентрироваться на одном аккаунте, и, соответственно, это, конечно же, будет основной аккаунт, чтобы там хотя бы я всю эту херню делал, участвовал там, может быть, более активнее там в жизни гильдии, в той же Нарсе и прочем, чтобы просто, блядь, не распыляться. Когда у тебя желание играть постепенно падает, нахер тебе распыляться на плюс 100-500 аккаунтов. Да, я понимаю, что, как бы, многие из вас будут расстроены, но, тем не менее, есть еще другой вариант, и он заключается в том, что, может быть, найдется тот человек, которому будет по кайфу фармить пельмени, вот, и как бы не прокачивать, а просто фармить, выполнять все эти квесты, забирать все эти бесплатки. Я даже, знаете, в чем проблема? Я даже вот эту халяву, грубо говоря, не забираю ни на каком аккаунте. Все, ну, то есть, мне надо спасать какой-то из этих двух аккаунтов, да, мой основной, и, грубо говоря, пельмень, мне нужно какой-то из этих одних аккаунтов спасти или вообще закончить играть. То есть, как бы такие варианты. Все, других вариантов, друзья, нету, потому что ни на одном, ни на другом аккаунте полностью ничего, ну, грубо говоря, не делается. Я морально устал, и будет счастье, если морально меня хватит хотя бы на один аккаунт, понимаете, забирать там халяву и всю эту дичь. Вот, по этой причине у нас два варианта, или же у нас пельмень скоро закроется, или же найдется человек, который будет помогать, грубо говоря, фармить этот аккаунт. Ну, то есть, ну, делать все на нем, вот эти бесплатки забирать, выполнять вот эту вот, грубо говоря, залупу, да, вот эту вот всю. А когда там будут подкапливаться какие-то ресурсы, я уже буду там прокачивать героев, ходить на битвы гильдии, вот это вот все, да. То есть, ну, какой-то для вас контент делать. Опять же, найдется ли этот человек, я не знаю. Тем более человек, которому я доверял бы, да. И, соответственно, когда рубрика с пельменем закончится, я уже ему этот аккаунт, грубо говоря, отдам и подарю. Нахер ему этот аккаунт бездонатный, я не знаю, но, тем не менее, есть такой еще вариант. Может быть, кто-то в гильдии найдется, может, еще что-то. Но, ребят, вы меня тоже поймите, я хочу хоть, ну, как-то битву замков в каком-то плане сохранить у себя на канале. Чтобы ее сохранить, чтобы поддерживать какой-то интерес, мне нужно каким-то аккаунтом, ну, заниматься хотя бы на процентов 70. И мне нужно выбирать. Я стою перед выбором, это или пельмень, грубо говоря, или основной. Конечно же, я выберу, ребятушки, основной. Вот. Так что вот такие вот дела. Пишите, грубо говоря, что думаете. Не знаю, что я, да, я там сделал эту эволюцию вторую. Сколько у нас времени уже? 14 минут длится... Ой, длится это видео. Что у нас? Где у нас вторая эволюция? Давай его уже добьем.
Смотри, золото закончилось, значки почета закончились. Как бы так вот. Жду от вас каких-то, ребята, комментариев. Ну вот, не стесняйтесь. Вот у нас тут самоцвета. Ну, я еще говорил, ништяки открою. Ну, тут как бы ништяки-то ништяки. Господи. Ништяки-то ништяки. Вон, я просто... Не, и... Да, и пельмень как бы все равно он выгоден для моего канала, да. Я могу этим пельменем дырки закрывать, еще что-то. И ребятам многим интереснее реально пельмень смотреть. Но как бы для меня это уже все. Пельмень бытовуха стала. То есть, понимаете, тунец мне было... развивать очень интересно, потом яйцо стало менее интереснее развивать, и вот сейчас как бы пельмень еще меньше. То есть, ну, вот это вот такое. Я, ну, как бы, все, ребят, сколько лет, поймите меня, пожалуйста, тоже. И, ну, как бы, я уже в этом плане, я уже морально, скажем так, минуснулся. То есть, потому вот такая вот херовина. Ну, что с этим инвалидом делать? А, ну давай его на максимум. А, ёпта. Значков подсчета нету. У-ху. Ну, кстати, здесь что-то есть. Воу. 2 миллиона значков подсчета. Боже, да я крут. Да я вообще просто офигительно. Потому пока, ну, грубо говоря, пельмень, может быть, еще будет появляться. Может быть и нет. Ну, будем посмотреть. Не, подожди. Ой, сука. Книг и так нету. Но мы на максимум прокачали, чтобы ему прокачать. Прорыв! Я не знаю, у меня голоса нету, но хочется петь. Я заметил такую интересную вещь, которая заключается в том, что чем... хуже у человека голос, тем больше он любит петь, да? Вы замечали вообще такое? Ну, давайте я сейчас хлопну, прорыв докачается до конца. Так, докачал я ему прорыв, я не знаю, надо какого-то питомца ему поставить, что ли. Сука, смертушка, ну нет, смертушка вроде бы. Не, блядь, давай, на первое время драга поставлю, хотя у него и так... Ай, ладно. Ну, потом поменяю, короче, не суть. Давайте ему быстро аугментацию сделаем. Эх, па-па-па-пам-пам. Улучшить. Опа. Давай, нахуй, сейчас улучшим. Подожди. Окей, все. Улучшаем до 20 уровня и делаем, соответственно, аугментацию. Так, аугментировать. Оп, сюда заходим. Вот эта штука у нас есть. Так, 173. Угу, значит, тут что-то нормально прилетело. Угу. Конечно же, эту залупу меняем. У нас даже тут есть коробки, то есть, ну, какой-нибудь, не знаю, священный суд или пенек. Сейчас. Воу, раскаленный доспех. Увеличивает максимально... Ой, когда-то это было когда-то супер удачей получить такую штуку. Но сейчас как бы не особо. Ну, может быть, вот это лучше пока поставлю. Вот. Хотя на нем священный суд. А, ну вот, наверное, все-таки вот эту штуку давай. Все, нормально. Дальше. Что мы сделаем с ним? Руны, так, снаряжение. Ага, созвездие. Хотелось бы ему, конечно, уклончика. Ну давай, может, какой-то ему уклон там наролим. Хоть какой-то, ёпта, ну хоть минимальный. Может, упадет. Смотри, вообще пофигу ему. Крит, точность падает. Уклон, типа, давай, до свидания, да? Уклон, грубо говоря, давай, до свидания. Отлично, просто замечательно. Уклонение второе, да? Ну, то есть это как бы... О, пятерка, да что ты будешь делать? Ну, давай там четверки, тройки буду оставлять. Смотри, точность. Ай, да похер, давай оставим. Что ж ты поделаешь? Как бы мы ж без доната играем. 19 карточек, да, сюда хотя бы уклон. Давай сюда уклон. Оу. Пятая точность. Четвертый уклон.
Ну, давай так будем жить. Давай так будем жить, и, грубо говоря, можем его поставить вместо Фрэнки. Ну, что-то потому, что Фрэнки не вывозят. И как бы хотелось бы уже, да, на следующую БГ сходить, посмотреть, как это все добро, грубо говоря, будет работать. Так, то здесь у нас просвет 100. Значит, вот этого вот. Мальчиша-плохиша. Вы получили... Окей. Окей. А, смотри... Смотри, как удобно сделано, да? Да, и не надо бегать, там что-то открывать. Ага. Все, ну да, елки-палки, уже 22 минуты. Ладно, друзья, короче, всем удачи, всем пока. Я надеюсь, вы меня поняли. Всех целую в щеки. Чао.